Всем здравствуйте, дорогие подписчики. Ну что, мои хорошие, как вам результат моей картошки 2024? Смотрите, мы в этом году выкопали 2 тонны 200 килограмм. Это не все здесь, не все здесь. Просто в каждом уголочке везде все заныкано. Так что начали копать. Тут возле погреба, вот у нас тут погреб. Начали копать у нас в этом году дожди за дождями. Даже несмотря на то, что были и есть дожди, да, картошка в этом году хорошая, она и не гниет ничего. Просто начали уже копать, так как все равно уже осень, сентябрь. Так что такие вот дела. Тут, смотрите, и красная картошка, и белая картошка. Белая очень, тоже очень сильно крупная, она не пустая. Очень вкусная картошка у меня. У меня семена, самые хорошие семена. Не знаю, правда, как они называются. Название семян. У каждого сорта еще и свое имя. Название. Вот. В другом месте сейчас еще вам покажу. Вот еще. Смотрите. Видите, вот сколько у нас картошки. Я же говорю, мы выкопали в этом году 2 тонны 200 килограмм. Так что хватит до самых не хочу нам и нашему хозяйству. Всем пока.